деле брельская техника, которая позволяет нам связываться с интернетом, брельский дисплей, есть компьютер или мобильник. Страшно может быть от одиночества, когда рядом нет никого и не знаешь, что делать. Мы обычные люди, страшно, только если действительно некомфортная ситуация, а душевный покой каждый находит по-своему. Кому-то нужно погулять, кому-то просто почитать, а кому-то и найти что-нибудь покрепче, чтобы